Телевизора у меня в доме нет. Поэтому я, счастливый человек, выбираю сама, что смотреть, когда смотреть. Первым пунктом ваших рекомендаций – выкинуть на помойку телевизор. Дальше. Так, давайте прям помедитируем. Что мы делаем? Мы садимся удобно, чтобы ноги касались земли. Ну и в идеале спина. Опоры, ну, как есть. А важно ровная спина. Я знаю, что вы сказали, когда вам плохо, вы надеваете кроссовки и по Калуге, да? Да, да. А максимум, что у меня, это ключи от дома и часы. Она в Калуге сравнительно недавно. В 19-м году с семьей, мужем и сыновьями переехала из Якутии, где провела всю свою сознательную жизнь. Неуемная энергия и темперамент, постоянное желание работать над собой, чуткость и умение сопереживать подтолкнули ее к выбору новой профессии – профессии психолога. Хотя и до этого к ней шли люди – за поддержкой, опорой и помощью в поисках смысла жизни. А себя она нашла тоже не сразу. Множество дипломов об образовании, работа в госструктурах, бизнес по аэро-йоге и даже астрология. Она не боится менять направление деятельности и место проживания. Знает, как сегодня не поддаться унынию, оставаться счастливым и успешным. Знает и помогает другим. О том, как принять этот мир и сохранить себя, маленькая, но сильная девушка, психолог Павлина Кирьянова. Павлин, по традиции дарю своим собеседникам апельсины, ну, на здоровье или хорошее настроение. Благодарю. Я думаю, как психолог, поймете меня. Приятно. Хорошо. У вас необычное редкое имя. Да. Паулина. Я знаю, что оно имеет латинское происхождение и в переводе означает «маленькая и скромная». Маленькую увидела, такая крошечка. А вот скромная – это о вас? А, раньше была скромная. И если захочу, могу быть скромной, могу быть любой. Это знание психологии помогло раскрепоститься? Это смелость. Каждый день по чуть-чуть накапливается смелость, и в итоге появляется дерзость. Угу. Хорошо. А имя может определить судьбу? Да. Но я, как это вижу и на своем опыте встречаю, все-таки это работает. Все-таки частично это работает. Ваша, например, ситуация, это как было? В детстве дразнили? Да, дразнили. У меня была фамилия Коломейцева Павлина Сергеевна. Сокращенно КПС, все рисовали свои инициалы, а у меня КПС. Подписывали еще одну С и называли меня КПСС. Слушайте, ну это же не самый плохой вариант вообще, да? Именем партии единственный на тот момент называться. И я ходила с такой мыслью, что я круче партии. Здорово. Как-то так. Знаю, что папа инженер, авиатор, мама воспитатель детского сада и по первому своему образованию, в общем, по папиным стопам, да, инженерское образование. Да, при том, что я все детство кричала, что я не буду инженером, как папа. Он приходил в авиационной такой робе, вся она была засаленная, непонятно в чем, всегда пахло не очень. И мне казалось, что это фу-фу-фу быть инженером. Но когда я получила диплом, и там было написано инженер-землестроитель, ну, конечно, да. Ну, а потом оценщик, потом, я знаю, менеджер. Психология. Почему? Вот в чем интерес копаться в чужих головах? Это когда случилось? Когда вы этим заинтересовались? Ну, вообще, как-то так случилось, что ко мне всегда приходили люди и советовались. Причем до сих пор, вот даже перед передачей, буквально час назад, мне написали, можно с тобой посоветоваться. Это происходит каждый день, это всегда было. Но я считала это каким-то своим, ну, такой легкой особенностью, которой все так живут. И постепенно, вот последние лет 5, мне стали говорить, ну, ты психолог, ты прям психолог, давай, ты-то прям психолог. Ну и как-то вот оно вот вырулилось через йогу, коучинг, астрологию, психологию. Вы в Калуге с 19-го года так жили в Ленске, в Якутии, да? Да. Да, это было интересно. Сегодня там минус 54, ощущение минус 59. Сейчас я думаю, все как хорошо, что я здесь. Шикарно. Но, кстати, находить в любом отрицательном что-то хорошее, это тоже, наверное, такой навык. Ему надо учиться, да? И это тот навык, который вообще нас держит на плаву. Тот навык, который мы берем, и мы, по сути, живем. Когда мы не замечаем чего-то хорошего, мы обесцениваем даже самые минимальные блага. Казалось бы, есть свой дом, есть своя машина, там дети, семья. И когда мы привыкаем к этому как должное, ну, Вселенная говорит, хорошо, ну, на этом, значит, все. Но вы астропсихолог. Да.
И честно скажу, что вот я лично к астрологии очень, очень скептически отношусь. Наверное, не я единственная. Составляя какие-то прогнозы, насколько я знаю, астролог руководствуется датой и временем рождения. Получается, что судьбы всех людей, рожденных на планете, в один день должны быть идентичными. Но это же не так не может быть. Да, в теории так. В теории так, предположим, 10 людей родились в одном и том же районе, и предполагаем, что мы создаем им прогноз. Но каждый человек к какому-то возрасту, например, 25 годам, прожил свой опыт, он жил в своей семье, он, например, не раскрыл свои таланты, а другой раскрыл свои таланты, и у него проявляется прогноз. А третий вообще не знает, чего хочет в этом мире, и весь потенциал, который ему дает Вселенная, он как прахом идет. То есть это зависит все-таки еще от того, насколько человек активен, насколько он развивается, занимается своей личностью, саморазвитием. И тогда прогноз исполняется в большей части. И исполняется в плюс, то есть большинство. А если мы говорим про человека, который не то чтобы деструктивный, но как бы остановился, да, где-то на каком-то этапе, то у него скорее исполнится отрицательное, потому что фокус внимания у него... что все плохо-плохо, и... То есть, получается, точность этих прогнозов какая? Все субъективно. Поэтому я не люблю вот эти журналы, где написано «Водолеев ждет» еще что-то. То есть, это все, конечно, лирика. Я всегда иду от человека. Ко мне приходит человек, я почти как врач собираю анамнез, то есть спрашиваю, анализирую, что у него работает, что не работает, где он спит, где он... пробудился. И от этого зависит, что у него будет, а что пройдет мимо. Я знаю, что церковь астрологию-то не очень признает. А вы человек верующий. Да. Вот. Как у вас это стыкуется в жизни, соотносится? Сложновато. Местами иногда бывает так коробит. Но... Это помогает людям каким-то образом? Да. Вот я только хотела сказать, что именно в момент, когда я вспоминаю, скольким людям я помогла, каких проблем они избежали, как они спокойно проживают тяжелые моменты, конечно, мне сомнения не отпадают. Это всего лишь инструмент. И раньше он был доступен только царям, так что мы в хорошее время живем. Ну, все-таки психологии я доверяю больше, чем астрологии. Поэтому, как психологу, вопрос. Бесконечный поток плохих новостей, неуверенность в завтрашнем дне, тревога, страх, паника. С одной стороны, либо мы это принимаем, либо с этим нужно что-то делать. Вот как сегодня не поддаться унынию и постараться не то что остаться на плаву, а еще и жить счастливой, полноценной жизнью? Я скажу очень простым примером. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нужно. Ну, то есть, понятно, что 24 февраля мы все проснулись в одной стадии отрицания. Шок, отрицание, да, первая стадия. Затем кто-то в отрицании, в гневе покинул страну, кто-то остался, кто-то дошел до стадии принятия, кто-то до сих пор в состоянии депрессии. Опираться нужно однозначно... Хотелось бы сказать, на семью, на страну, на это все безусловно, да. Но нужно помнить про то, что у нас в каждом есть стержень, и мы должны опираться на себя. И как раз, к сожалению, поплыли, да, поплыли люди, то есть выбило их из колеи. Те, кто привык опираться на кого-то. Что кто-то поможет, кто-то подскажет, кто-то скажет, как действовать, кто-то скажет, бежать или оставаться. И вот в этом, это, по сути, неприятная ситуация. Мы не можем сейчас оценить, хорошо это или плохо. Это будут оценивать историки лет через 100-200, когда это будет видно в масштабах. Сейчас мы можем понять, что нам тревожно, нам неприятно. Мы можем что-то сделать? Ну вот мы лично, каждый по отдельности, что мы можем сделать? Ну, кто-то делает, собирается, едет туда. Да, безусловно. Но если мы говорим про среднестатистического человека, который остается в семье с этой стороны, да, фронта, то мы можем поддержать себя и продолжать крутить эту планету. Я так это называю. Если мы остановимся, планета тоже остановится. То, на чем фокусируюсь, то и усиливаю, да? Да, однозначно. То есть если постоянно жить вот переживаниями и негативом, то это может многократно усилиться, да? С чего я начала тоже? Осознать, какое количество времени в день для меня
уделять новостям не тревожно. То есть для меня это безопасно. Допустим, 15 минут. Я выделила для себя вот этот промежуток. Телевизора у меня в доме нет. Поэтому я, счастливый человек, выбираю сама, что смотреть, когда смотреть. Первым пунктом ваших рекомендаций – выкинуть на помойку телевизор. Дальше. Снизить, однозначно снизить дозировку новостей. Найти для себя человека, которому есть доверие, есть отклик. Вот. Ну, кто-то выбирает какого-то блогера, смотрит канал, либо еще что-то. И понять, что мы здесь и сейчас. Вот состояние здесь и сейчас – это самое важное состояние. К чему мы вообще, по идее, должны прийти. Я знаю, что у вас, как и у многих россиян, родственники на Украине, и это особые переживания, особая боль. Но вы со мной поделились, что вот эта специальная военная операция, она вам, как ни странно, многое дала и много хорошего в этой жизни открыла. Да. Что открылось? Честно говоря, я не ожидала. Я, как и все, мы же все люди, 24-го испытала шок, но потом, уже к концу года, подводя результаты, я вдруг осознала, что я горжусь своей страной. Я хорошо знаю историю, и мне это дает уверенность в завтрашнем дне. Я благодарна папе, который меня научил видеть, кто есть где, как и что, и по каким правилам играет. Я увидела, что мы достойно воспитали своих детей. Они понимают, что происходит. У них правильные ценности. Вплоть до того, что мой старший сын в школе, у него был диалог с молодым человеком. И они вдвоем с другом того переубедили и привели аргументы. То есть это, конечно, греет душу. Ну и здесь и сейчас состояние, оно усилилось. Радоваться жизни захотелось, потому что неизвестно, будет завтра или нет. Даже елку сказать, что да, спустя много лет решили все-таки нарядить, да? На это, наверное, первый Новый год лет за 10-15. Вот правда, очень большой промежуток. Для меня вообще елка – это было всегда какой-то мусор в углу. Это какая-то искусственная ерунда. Но вдруг в этом году я первый сказала: все, я больше не могу, я хочу праздника, я хочу волшебства, я хочу Новый год. Конечно, это ощущение радости такое детское, но вернулось. Я смогла его достать. Но это все через благодарность. Да, тяжело, но мы благодарим за то, что у нас происходит. Окружение прорядилось? Однозначно. По первости был период, когда месяца два или три, по-моему, прошло, когда даже страшно было затрагивать эту тему, потому что в случае, если человек... Иначе мыслит, да? Да, иначе мыслит. У меня ценности другие, я не буду продолжать, как говорится, общаться. Ну, слава богу, мои все остались со мной, а кто не со мной, те по-доброму отвалились. Как вы отнесетесь к человеку, который сегодня идет по улице и улыбается? Прекрасно, потому что это такая редкость. Я недавно молодого человека увидела, обрадовалась. Здорово. Что может заставить вас заниматься нелюбимым делом? Нужда. Чем я старше, тем проще отношусь к... мнению окружающих людей обо мне. Как вас можно обидеть? Я научилась не обижаться. Наверное, избитая уже фраза, что все у нас в голове. Значит. То есть человек, перестроив свое сознание, может кардинально поменять свою жизнь, так? Да. Я в этом уверена. Ну, легко сказать. Как это вот технически? Внушать себе, что это хорошо. Представлять, что все то, о чем, что ты хочешь, уже случилось. Медитировать, молиться. Как вообще? Ну, во-первых, кому подходит медитировать, медитируйте. Кому подходит молиться, молитесь. Давайте помедитируем сейчас. Потому что молитва – это такое немножко, несколько интимное, да, мероприятие. А вот медитировать как? Давайте прям помедитируем. Что пожалуйста. Мы делаем? Мы садимся. Угу. Удобно, чтобы ноги касались земли. А важно ровная спина. То есть, чтобы чувствуем, как ягодицы плотно сидят на стуле. Угу. То есть мы четко, уверенно себя чувствуем. Глаза закрыты? Глаза закрыты. Угу. Макушкой устремляемся вверх, выпрямляем еще больше спину, а плечи расслабляем. Угу. И на каждом
вдохе мысленно произносим слово «вдох». На каждом выдохе мысленно произносим слово «выдох». Продолжительно надо вдыхать? Да, и чем дольше выдох, тем лучше. Мысленно, если кому это доступно, мы вдох проводим вдоль позвоночного столба до макушки. Вдох, мы каждый раз вытягиваем, растем, 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 сохраняя спину прямой. Мы делаем длинный плавный выдох и направляем выдох вниз от макушки до таза. Здорово, здорово. Ну а в какой ситуации прибегать к этому? Когда сложно тебе, да, психологически? Или когда ты, не знаю, возбужден? Когда лучше это? Вообще каждый день уделять себе 5 минут для этого, это... Мы почему-то каждый день ходим в душ, мы считаем важным почистить телефон, но мы совершенно забываем о том, что нам нужно почистить свою голову от ненужных мыслей, от суеты. А при этом не думать ни о чем. Вот безусловно, важно. Да, не думать ни о чем. Ни о чем. Да, только два слова. Вдох и выдох. Все. Но это непросто. Непросто. К одной и той же ситуации разные люди по-разному относятся, по-разному переживают, поэтому результат разный. Угу. Вы с этим сталкиваетесь в своей практике, да? Регулярно. Пример из марафона, не мной рассказанный, но я его запомнила. Он очень показательный. Девушка загадала поездку во Францию. Садится она в машину, играет музыка на французском языке. Она выходит из машины, проходит мимо делегация французов, они разговаривают на французском языке. И она вроде как вдохновилась, заходит в магазин, и остались только французские булки. И у нее такое огорчение, она говорит: «Все, я не поеду во Францию, потому что Франция приехала ко мне». Ай. Но я здесь вижу, что песня ее подготавливает к языку, сами французы ей улыбаются и говорят: «Давай, мы тебя ждем!» И тебя ждут теплые французские булки, настоящие во Франции. Но я это так вижу. А вот фокус внимания у той женщины был, к сожалению, немножко другой. А мечты всегда сбывают? Всегда. Когда они сформулированы от сердца, от истинного намерения, они сбываются. Вот сейчас очень многие психологи говорят: полюби себя, тогда все изменится в твоей жизни. А как это вообще? Вот как можно полюбить себя? Я, в общем-то, собственно, люблю, наверное, себя, но при этом не всегда все происходит так, как я хочу. Тут вопрос контекста. Что мы подразумеваем под «полюби себя»? Когда мы ходим на какие-то процедуры, это просто... Это про любовь к себе, но это... Покупаем у женщины себе какие-нибудь, да, там, но вещи. Это 5% из 100, угу. То есть это очень маленькая доля. Как себя любить? Когда мы любим, это мы позволяем себе вовремя лечь спать и выспаться. Когда мы помним, что выпить воды норму, вообще-то для женщины это обязательно. Угу. И с удовольствием. Улыбаться, видеть хорошее и... Честно, вот фильтровать свое окружение тоже очень важно. Все-таки это про любовь к себе. Когда мы говорим «нет». Вот вы про женщин почему-то сказали, про «полюби себя», а мужчинам себя любить не надо. Как-то мне обидно за операторов, которые сейчас за камерой. Им не надо говорить вот «полюби себя», «сделай для себя что-то». Или мужчина – это другая планета? Да, у мужчин однозначно все попроще. Однозначно. Почему-то так в России сложилось, то, что у женщин очень много требований к себе. И от этого появляется вот эта любовь-нелюбовь. Мужчины более к себе с большим принятием относятся. Mm. Тут надо понять, что мужчина активный и радуется в социуме на работе, а он там заряжается, приходит домой, отдыхает. А женщина работает в социуме, работает дома, когда она отдыхает. Если внезапно напала лень, дай себе и полежи. Какому подарку больше всего радуетесь? Книги. С врагами я... дружу. Я самая-самая... классная. Очень хочется спросить психолога по многим ситуациям, типичным для нынешнего времени, но, боюсь, эфира не хватит. Ну вот, например, часто слышу от друзей, муж и жена вечером приходят с работы настолько усталыми и опустошенными,
что не могут общаться друг с другом. Это вот сегодня какая-то общая тенденция или это не у всех? Вообще, что с этим делать? Самое главное понять, что мы, есть такое понятие эгрегор, мы все-таки в одном эгрегоре со всей страной. Хотим мы того, не хотим, как бы мы позитивно не смотрели на эту жизнь, мы все-таки в одном поле. И мы сталкиваемся с людьми, и один день может быть на позитиве, а второй на каком-то угрюмом состоянии. Важно прийти домой, самое главное, это проговорить, что я сейчас чувствую. Подойти, честно признаться, я сейчас себя чувствую очень плохо. Себе сказать? Окружающим, например, вот если с супругом, да, вот хочется там... Не хочется разговаривать или не хочется, как обычно же ужина ждут все вечером, да? Не хочется готовить, либо еще что-то. Прямо проговорить. Мне сейчас плохо, я себя дискомфортно чувствую. Я пойду прогуляюсь 30 минут, вернусь и буду снова вас радовать. На самом деле прогулка 30 минут недооценена нами всеми. Я знаю, что вы сказали, когда вам плохо, вы надеваете кроссовки и пока луги, да? Да. Да. А максимум, что у меня, это ключи от дома и часы. Часы я потеряла, поэтому теперь только ключи. Ну, полчаса достаточно. А 30 минут – это ровно то время, когда мы сначала идем лицом вниз, фокусируемся на своих каких-то проблемах, затем постепенно начинаем поднимать голову, видим, как люди идут с работы, в каком они настроении. Начинаем немножко додумывать, а вот этот улыбается, а вот этот разговаривает, улыбается, а другой плачет, ну, всякое бывает. Затем мы начинаем видеть красоту природы, деревья, кустарники, цветы, в общем, все-все-все. И домой мы приходим, ну, просто уже другим человеком. Ну, перед сном лучше, да? Да, по-разному, когда есть желание, лучше погулять, чем поругаться. Ну, это... Правильно, правильно. Я знаю, что есть практика, которую вы советуете. Писать благодарности в конце дня. Даже тому, что на первый взгляд кажется какой-то неприятностью и, в общем-то, наверное, расстраивает. Вот расскажите, как это делать. Это лучшая практика. Я ее рекомендую абсолютно всем. Даже скептикам, вообще всем. Мы берем тетрадку, желательно потолще. Красивую, чтобы ручка была удобная, чтобы хотелось брать эту тетрадку в конце дня. И пишем благодарности сначала за то, что произошло хорошего в течение дня со мной. Затем благодарности за кого-то. Допустим, в течение дня я услышала хорошую новость, что подруга там открывает новый магазин. Радостно за нее. Я благодарю Вселенную за то, что сегодня там, моей подружке вот такой у нее радость. И в конце... Конечно, желательно благодарить за отрицательные какие-то события, потому что они все равно идут всегда к хорошему. Ну, так или иначе, это наш путь. Но поначалу, когда мы начинаем писать благодарности, это сложно разглядеть. Но со временем мы начинаем видеть в этих ситуациях. Например, я опаздываю на лекцию. Ну, раз уж опаздываю, пойду кофе возьму. Ну, что, две минуты туда, две минуты сюда. Это хорошо? Ну, казалось бы, да, она опоздала на лекцию, это плохо. Но кофе выпила, это же хорошо. У вас двое деток. Да. Два сына. Ну, менее редкие имена, чем у вас, да? Как зовут? Ефим и Семен. Им лет сколько? 16 и 9. Еще воспитываете племянницу, да? Ну, это был не продолжительный период, но так вот случилось, что я у нее крестная мама, а ее мама уже нет на этом свете, поэтому... Ну, так. Ну, наверняка о будущем своих детей задумываетесь. Наверняка. Вот вы, как психолог, наверное, можете их от многого уберечь, предостеречь. Нужно ли это делать? Или пусть наступит все-таки на свои собственные грабли, а то еще и несколько раз. Я просто смотрю на это со стороны мамы. Мы несем ответственность за детей. И своим детям я озвучиваю до 18 лет. Ребята, я с вами хоть на край света, но дальше, ребята, давайте сами. Да, я рядом, я всегда помогу, подскажу. Все, я готова открыто, но выстраивать свою самостоятельную жизнь – это необходимо. И, конечно, мои дети, старший знает такие, как скажем, фишки, по-другому не назову, которые ему помогают улучшить настроение.
И он знает, он взял котика, полежал с ним, успокоился. Угу. А младший подходит и говорит: мама, посиди со мной, поговори со мной. Вот ты же психолог, поговори со мной. И это здорово, что я могу им помочь. И они видят во мне поддержку и всегда уверены к себе. В себе. И ко мне очень много приходит людей, которые не могут маме даже просто позвонить. Поэтому я считаю, важно поддерживать их. Ну, до определенного возраста. Согласны вы с тем, что часто очень в последнее время слышу, мир сошел с ума? Да. Часто слышу, и люди стали это говорить, и я многим акцентирую внимание и говорю: ребята, ваши мысли материальны, помните об этом, поэтому мы в том числе отвечаем за это. Если мы это транслируем в мир, что мир сошел с ума, и он будет в ответ к нам приходить, говорит: конечно, я сошел с ума. И все-таки, наверное, пришло время позаботиться о себе в этом непростом мире. Вот если одним словом попрошу, одной фразой сказать, что делать и как жить сегодня? Радоваться каждому дню и любить. И себя? И себя, и окружающих. Спасибо огромное за это интервью. Крайне признательно, очень любопытно было пообщаться и познакомиться. Спасибо, благодарю. Благодарю.